очень амбициозная команда. Вы качественная, сильная, и вы заслуживаете победы, я вам ее желаю. Вы должны увидеть эту красивую штуку. Итак, друзья, вашему вниманию представляется руководителем проекта, когда люди уже приходят, во-первых, в этот проект, за ними начинают следить компании, которые являются спонсорами этого проекта. И после окончания получения bachelor degree или master degree, они уже берут на работу готовых специалистов. Мы используем 3 передачи из 6, на третьей передаче максимальная скорость 130 км в час. А разгон до сотни порядка 3,2 секунды. Вначале просто завершить наши тестовые заезды, а потом использовать на соревнованиях, опробовать. Вот. Ну а дальше будем строить новый автомобиль данного класса, ну и также заниматься другими проектами, связанными с автомобилестроением. Если мы на парах учим теорию, да, и потом решаем какие-то задачи, то здесь вот те проблемы, с которыми они сталкиваются, они реальные, и они воплощаются в металл. Студент, когда проходит через такой проект, он становится более опытным, и он уже приходит на нормальную взрослую работу, зная хороший софт, зная, что такое чувство ответственности, уже имея опыт в решении сложных технических задач. Ну и, собственно говоря, вот эти вот три фактора, на мой взгляд, они формируют из студента-новичка уже такого опытного инженера. Команда Polytech SCM.